Почему «Единая Россия»? В основе политики «Единой России» уважение к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, понимание государственных интересов России, приверженность таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное единство. Убежден, вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей. Слышим людей. Сможем сделать. «Единая Россия». В России больше 50 миллионов автолюбителей. Водители устали от проблем. Плохие дороги, рост цен на бензин, транспортный налог, безумство эвакуаторов, проблемы с парковкой, дорогое ОСАГО, система Платон, пробки, коррупция, поборы на дорогах. Да сколько можно? ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. За ЛДПР! В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за яблоко. Голосуйте за яблоко. За новое яблоко. Уважаемые соотечественники, кризис углубляется. НАТО окружает Россию. Украина захвачена бандеровцами. Пятая колонна готовится к реваншу. Все, больше ошибаться нельзя. Цена выбора исключительно велика. У нас сильная команда. КПРФ сможет. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер один. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер один. В шахматах ты можешь выиграть партию, только если думаешь на несколько ходов вперед. Поэтому я с человеком, который год за годом думает на много ходов вперед. Думает о лучшем будущем для России. Я с президентом. И поэтому я в «Единой России». И поэтому я призываю голосовать за нашу партию. За партию президента. За «Единую Россию». Ты пойдешь голосовать? Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными. Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. Дар политического предвидения дается не всем. Еще в 1992 году Владимир Жириновский заявил о необходимости вернуть Крым России. Все годы в Крыму и Севастополе работала подпольная ячейка ЛДПР. Через 22 года Крым и Севастополь вернулись в Россию. История всегда показывает, на чьей стороне правда. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Я Дмитрий Потапенко. Я более 20 лет давал людям работу, создавал экономику России. И что же я вижу в Государственной Думе? Принимаются законы, которые никому не нужны. И более того, уничтожают как жизнь гражданина, так и экономику России. Вы мне задаете вопрос, почему я иду в Государственную Думу? А как изменить нашу страну и эту жизнь, если не менять законодательные инициативы? Только зайдя в эту законодательную власть, мне нужен ваш голос. За новый экономический рост. Партия роста. В России политика просто задушила экономику. Растут цены,
остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране? 18 сентября. Голосуйте за Яблоко. Я верю, что все люди могут стать добрыми и счастливыми. Очень хочу, чтобы завод папы заработал. Пусть у меня, братика, папа и мама, будет своя квартира. На земле никогда не будет больше войны. Мечтаю, чтобы у нашей семьи хватило денег вылечить мою сестренку. Это мечты наших детей. Они должны стать реальностью. Пора действовать. Мы правы. Мы сможем. КПРФ. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер один. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер один. Почему «Единая Россия»? В основе политики «Единой России» уважение к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, понимание государственных интересов России, приверженность таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное единство. Убежден, вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей. Слышим людей. Сможем сделать. «Единая Россия». Ты пойдешь голосовать? Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными. Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. В 1991 году Владимир Жириновский единственный выступил в поддержку программы ГКЧП против развала СССР. СССР в итоге распался, что признано геополитической катастрофой, а русский народ стал самым большим разделенным народом на Земле. История всегда показывает, на чьей стороне правда. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Я Дмитрий Потапенко. Я более 20 лет давал людям работу, создавал экономику России. И что же я вижу в Государственной Думе? Принимаются законы, которые никому не нужны. И более того, уничтожают как жизнь гражданина, так и экономику России. Вы мне задаете вопрос, почему я иду в Государственную Думу? А как изменить нашу страну и эту жизнь, если не иметь законодательной инициативы? Только зайдя в эту законодательную власть, мне нужен ваш голос. За новый экономический рост. Партия роста. Это куча денег государственный бюджет, собираемый из наших налогов. Шутка, каких там налогов. До недавнего времени капало в основном сырья, и капало неплохо. Временами просто лилось. И только думские долгожители, выжившие в результате жестокого эволюционного отбора, могли справиться с такой нагрузкой. Много лет они в поте лица, не покладая рук, подрывая здоровье и с риском для жизни, вкалывали. А ведь деньгами, падающими с небес, могло и зашибить. Требовался отчаянный героизм и ловкость, чтобы тратить наши деньги. Требовались и работоспособность, и талант. Теперь капать перестало. Бюджет формируется из налогов тех, кто умеет делать что-то сам, из наших налогов. А думские долгожители умеют только разгружать. И мечтать о старых временах, надеясь на то, что с неба снова польется. Может быть, и польется, кто знает. Может быть, нам снова потребуются их услуги. Но пока весь бюджет будет собираться из наших налогов, пора самим решать, как его тратить. Голосуйте за своих. За партию тех, кто производит, кто зарабатывает, кто создает рабочие места. А квартиру грузчиков необходимо дать отдохнуть. За партию роста. Партию людей дела. Все люди могут стать добрыми и счастливыми. Очень хочу, чтобы завод папы заработал. Пусть у меня, братика, папа и мама, будет своя квартира. На земле никогда не будет больше войны. Мечтаю, чтобы у нашей семьи хватило денег вылечить мою сестренку. Это мечты наших детей. Они должны стать реальностью. Пора действовать. Мы правы, мы сможем.
КПРФ. Уважаемые соотечественники, кризис углубляется. НАТО окружает Россию. Украина захвачена бандеровцами. Пятая колонна готовится к реваншу. Все, больше ошибаться нельзя. Цена выбора исключительно велика. У нас сильная команда. КПРФ сможет. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за яблоко. Голосуйте за яблоко. За новое яблоко. В России политика просто задушила экономику. Растут цены, остановился экономический рост, закрываются больницы и школы, люди беднеют. Это результат глубоко ошибочного курса власти. Чтобы сменить политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной, процветающей стране? 18 сентября. Голосуйте за яблоко. Партия «Родина». Россия все пристальнее смотрит на Восток, и неспроста. За последние 10 лет Китай стал мировым лидером экономики. За 10 дней там строят дорог больше, чем у нас за год. Знаете почему? Потому что для казнокрадов и взяточников там смертная казнь. Уже более 20 лет я изучаю Китай и рассказываю о нем на Первом канале в программе «Открытие Китая». Я хочу перенести успешный опыт Китая на российскую почву. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Партия «Родина». Понятия об успехе сейчас слишком размыты. Я уверен, что прежде всего нужно плодить не звезд, а таланты. Раскрывать потенциал каждого ребенка. С раннего возраста у детей должна быть возможность бесплатно посещать секции, кружки музыкальной школы. Необходимо в масштабах всей страны раскрывать потенциал каждого ребенка. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Кто за? Единогласно. Гадят и гадят здесь каждый день. Скажите, а люди тут водятся? Да откуда? Думать надо было, за кого голосовали. Справедливая Россия. Давайте вернем власть людям. Дыши, дыши. Амбулатория рядом. Доберемся скоро. Тьфу ты, закрыли. Придется в район ехать. За последние годы были закрыты тысячи сельских больниц и акушерских пунктов. Справедливая Россия добьется возвращения на село медицины и образования. Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Сначала народ подсадили на кредиты. Пообещали красивую жизнь под красивые проценты. И народ влез в долги, из которых не выбраться. А теперь вместо государственных приставов к людям отправляют коллекторов.
Они издеваются, насилуют, жгут, стреляют, уничтожают, калечат. Ведут себя как бандиты и завоеватели. Народ не должен страдать от нечеловеческих кредитных условий. Народ не должен расплачиваться здоровьем и жизнями за несовершенную банковскую систему. Народ не должен с ужасом ждать прихода коллекторов. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Многих из вас преследуют коллекторы. Силой выбивают из вас долги. Мы предлагали полностью запретить эту службу. Это криминал. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Ты пойдешь голосовать? Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными. Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. Мы взмыли в облака и опустились в пучину океана. Мы отняли у недр то, что было скрыто. Но ничего не дали взамен. Что делать, когда ресурсы планеты закончатся? Как сохранить чистый питьевую воду? Получить энергию солнца и ветра. Найдем ответы вместе. Проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые» на выборах 18 сентября. Номер 5 в бюллетене. Дорогие друзья, страна находится в острой фазе очередного застойного кризиса. Власть не может изменить положение дел. Поэтому патриотам России пришлось срочно предложить план развития страны, определив в нем стратегию будущего. Пришлось создать народное правительство как команду профессионалов, способную реализовать этот план. Своими делами партия «Патриоты России» доказала, что может решать многие вопросы в интересах граждан. Политическая партия «Патриоты России». Дорогие друзья, национальное достояние России – это вы, граждане страны. Задача номер один партии «Патриоты России» – это ваше отличное здоровье. Задача номер два – это ваши доходы выше цен. Задача номер три – снизить тарифы и отменить плату за капитальный ремонт. Ваше счастливое настоящее – это главная цель партии «Патриоты России». План Семигина. Курс на страну номер один. Политическая партия «Патриоты России». Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Именно мы единственная партия, которая может провести системные преобразования, может изменить ситуацию в нашей стране. Будут политические преобразования, будет и экономический рост. Партия народной свободы «Парнас». Единственная независимая от власти партия в России. Впервые за последние 20 лет у России появляется шанс нового старта. Дай России шанс на перемены. Голосуй за «Парнас». Почему «Единая Россия»? В основе политики «Единой России» уважение к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, понимание государственных интересов России, приверженность таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное единство. Убежден, вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей. Слышим людей. Сможем сделать. «Единая Россия». В шахматах ты можешь выиграть партию, только если думаешь на несколько ходов вперед. Поэтому я с человеком, который год за годом думает на много ходов вперед. Думает о лучшем будущем для России. Я с президентом. И поэтому я в «Единой России». И поэтому я призываю голосовать за нашу партию. За партию президента. За «Единую Россию».
Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Коммунистическая партия «Коммунисты России» готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Национализируем предприятия базовых отраслей экономики. Вернем смертную казнь за тяжкие преступления. Вернем советский ГЗОТ. Запретим повышать пенсионный возраст. Ограничим плату за услуги ЖКХ. Установим зарплату 70 тысяч, пенсию 40 тысяч рублей. Вернем бесплатный отдых для детей. Отменим медицинскую реформу. Восстановим союзное государство. Построим бесплатное жилье. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 2. Коммунистическая партия «Коммунисты России» готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 2. Уважаемые соотечественники, кризис углубляется. НАТО окружает Россию. Украина захвачена бандеровцами. Пятая колонна готовится к реваншу. Все, больше ошибаться нельзя. Цена выбора исключительно велика. У нас сильная команда. КПРФ сможет. КПРФ. Мы правы. Мы сможем. Номер 12 в избирательном бюллетене. Я Дмитрий Потапенко. Я более 20 лет давал людям работу, создавал экономику России. И что же я вижу в Государственной Думе? Принимаются законы, которые никому не нужны. И более того, уничтожают как жизнь гражданина, так и экономику России. Вы мне задаете вопрос, почему я иду в Государственную Думу? А как изменить нашу страну и эту жизнь, если не иметь законодательной инициативы? Только зайдя в эту законодательную власть, мне нужен ваш голос. За новый экономический рост. Партия роста. Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров. Номер 3 в бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Партия «Родина». Россия все пристальнее смотрит на восток, и неспроста.
За последние 10 лет Китай стал мировым лидером экономики. За 10 дней там строят дорог больше, чем у нас за год. Знаете почему? Потому что для казнокрадов и взяточников там смертная казнь. Уже более 20 лет я изучаю Китай и рассказываю о нем на Первом канале в программе «Открытие Китая». Я хочу перенести успешный опыт Китая на российскую почву. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. В России больше 50 миллионов автолюбителей. Водители устали от проблем. Плохие дороги, рост цен на бензин, транспортный налог, безумство эвакуаторов, проблемы с парковкой, дорогое ОСАГО, система Платон, пробки, коррупция, поборы на дорогах. Да сколько можно? ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. За ЛДПР! В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Знаю по себе. Часто спортсмен выходит на ринг, готовый умереть ради победы. Наша задача – создать условия для честной победы. Для этого мы должны развивать массовый спорт. Уже в нынешнем году мы выделим на спортзалы в сельских школах свыше 1,5 миллиарда рублей. И обязательно продолжим эту программу дальше. Действовать в интересах людей – наша работа. Вместе с президентом. Партия «Единая Россия». Номер 4 в избирательном бюллетене. Каждый из населения России болеет практически 2 раза в год. Повсеместно закрываются больницы. Из-за нехватки специалистов к врачам растут очереди. Людям навязывают платные услуги и травят поддельными лекарствами. Цены в аптеках взлетают до небес. ЛДПР против этого. Положим вместе конец этому беспределу. Мы требуем восстановить бесплатную медицину. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Я Дмитрий Потапенко. Я более 20 лет давал людям работу, создавал экономику России. И что же я вижу в Государственной Думе? Принимаются законы, которые никому не нужны. И более того, уничтожают как жизнь гражданина, так и экономику России. Вы мне задаете вопрос, почему я иду в Государственную Думу? А как изменить нашу страну и эту жизнь, если не менять законодательные инициативы? Только зайдя в эту законодательную власть, мне нужен ваш голос. За новый экономический рост. Партия роста. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер 1. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер 1. Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Но кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. Справедливая Россия добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за «Справедливую Россию». «Справедливая Россия». Номер 14 в избирательном бюллетене. Партия «Родина». Россия все пристальнее смотрит на восток. И неспроста.
За последние 10 лет Китай стал мировым лидером экономики. За 10 дней там строят дорог больше, чем у нас за год. Знаете почему? Потому что для казнокрадов и взяточников там смертная казнь. Уже более 20 лет я изучаю Китай и рассказываю о нем на Первом канале в программе «Открытие Китая». Я хочу перенести успешный опыт Китая на российскую почву. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Коммунистическая партия «Коммунисты России» готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 2. Ты пойдешь голосовать? Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными. Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться. Нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. И именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Борис Титов, Дмитрий Потапенко, Оксана Дмитриева. За новый экономический рост. Партия роста. Борис Титов, Дмитрий Потапенко, Оксана Дмитриева. За новый экономический рост. Партия роста. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер 1. Мы вместе сильнее власти. Политическая партия «Патриоты России». Курс на страну номер 1. Кто за? Единогласно. Гадят и гадят здесь каждый день. Скажите, а люди тут водятся? Да откуда? Думать надо было, за кого голосовали. Справедливая Россия. Давайте вернем власть людям. Партия «Родина». Россия все пристальнее смотрит на восток. И неспроста. За последние 10 лет Китай стал мировым лидером экономики. За 10 дней там строят дорог больше, чем у нас за год. Знаете почему? Потому что для казнокрадов и взяточников там смертная казнь. Уже более 20 лет я изучаю Китай и рассказываю о нем на Первом канале в программе «Открытие Китая». Я хочу перенести успешный опыт Китая на российскую почву. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Коммунистическая партия «Коммунисты России» готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 2.
Ты пойдешь голосовать? Mm-mm. Лучше на дачу съезжу. Побуду на природе. А ты? Я тоже. У меня и так давно не было выходных. Хочу дома поваляться. Часто голоса остаются забытыми. Их считают ненужными и бесполезными. Но вместе они могут сделать мир лучше. Подумай о своем голосе. 18 сентября проголосуй за Российскую экологическую партию «Зеленые». Природе нужен твой голос. Коммунистическая партия «Коммунисты России» готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. Коммунистическая партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 2. Партия «Родина». ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России. Но сколько эту мантру не повторяй, безопаснее от этого не становится. Россия испытала на себе ужасы террора. Мы хорошо помним, где наш президент предлагал мочить террористов. И эту тактику надо продолжать. Я, Алексей Новгородов, всю жизнь боролся и продолжу бороться с этим злом. Голосуя за партию «Родина», вы голосуете за безопасность. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Нет. Дорогие друзья, национальное достояние России – это вы, граждане страны. Задача номер один партии «Патриот России» – это ваше отличное здоровье. Задача номер два – это ваши доходы выше цен. Задача номер три – снизить тарифы и отменить плату за капитальный ремонт. Ваше счастливое настоящее – это главная цель партии «Патриот России». План Семенина. Курс на страну номер один. Политическая партия «Патриот России». Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Политика превратила нашу страну в мишень для санкций. Под ударом государство и экономика. Люди беднеют. Мы идем на выборы, чтобы поменять политику и власть. Чтобы поменять политику и власть. Мы хотим жить в свободной и процветающей России. 18 сентября голосуйте. 18 сентября голосуйте за яблоко. Голосуйте за яблоко. За новое яблоко. Собственники жилья ежемесячно оплачивают капитальный ремонт своего дома. И, возможно, они смогут отремонтировать свой дом через 30 лет. Ну кто? Кто остановит это? Новые поборы в кризис отбирают у россиян последние средства к существованию. Справедливая Россия добивается отмены поборов за капитальный ремонт в домах. Я, Галина Хованская, прошу вас проголосовать за Справедливую Россию. Справедливая Россия. Номер 14 в избирательном бюллетене. Партия «Родина». ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная на территории России. Но сколько эту мантру не повторять, безопаснее от этого не становится. Россия испытала на себе ужасы террора. Мы хорошо помним, где наш президент предлагал мочить террористов. И эту тактику надо продолжать. Я, Алексей Новгородов, всю жизнь боролся и продолжу бороться с этим злом. Голосуя за партию «Родина», вы голосуете за безопасность. Партия «Родина». Национальный фронт. Первое в бюллетене. Голосуй сердцем. Приходи на выборы. Партия пенсионеров номер 3 в бюллетене. Задумайся о своем будущем. Приходи на выборы. Голосуй за себя.
Партия пенсионеров, номер 3 в бюллетене. Опыт и гражданскую позицию пенсионеров в органы публичной власти. Приходи на выборы. Голосуй за себя. Партия пенсионеров, номер 3 в бюллетене. Воруют же. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, сами не справимся. Шансов нет. В седле лидер партии «Гражданская платформа». Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию «Гражданская платформа». Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых в стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России шанс на перемены. Голосуй за Парнас. Борис Титов. Дмитрий Потапенко. Оксана Дмитриева. За новый экономический рост. Партия роста. Борис Титов. Дмитрий Потапенко. Оксана Дмитриева. За новый экономический рост. Партия роста.